Всем доброго времени суток, это Invest Warrior, и сегодня я хотел бы рассмотреть проект IMMWare SE. Этот проект связан с виртуальной реальностью и по адресу immware.se. Итак, в чем же идея проекта? Идея проекта такая, что виртуальная реальность развивается и уже производится контент. И IMMWare SE будет контент-шаринг платформой, то есть платформа, где люди будут делиться контентом между собой, между другими людьми, и, соответственно, рекламодатели смогут, различные бренды, покупать там рекламу, и здесь будет вин-вин ситуация. Люди, кто шарит контент, кто производит контент в виртуальной реальности, будут получать за это деньги, а рекламодатели, соответственно, будут продвигать свой бренд между этими людьми. Вот сейчас идет ICO-период, и, соответственно, можно, вот нажав на Apply for Crowd Sale, отправиться покупать и купить эти токены. Вот пройдемся по сайту. Во-первых, уже есть application, и, соответственно, его уже можно использовать. Также ERC-20 токен уже создан, тоже подробнее чуть ниже. Ну, во-первых, на многих ресурсах этот проект засветился. То есть на обычных ресурсах плюс крипто-ресурсах. В общем, о нем очень многие кто говорят, как видно, вот MarketWatch, CryptoCoin, Yahoo Finance, Zcrypto, Bitcoin News и так далее. Децентрализованная виртуальная реальность, по сути. В индустрии в 2025 планируется уже 110 миллиардов долларов оборот. И с каждым годом виртуальная реальность растет. Все больше и больше денег в этой области. Этот проект оценен экспертами на ICO Bazaar как АА, ICO Bench 4,6 балла из 5, Track ICO 4,1 из 5 и ICO Marks 8,2 из 10 баллов. То есть в среднем почти что максимум баллов, то есть 4,6 из 5 это реально почти максимум, 8 из 10 тоже очень хорошо. В общем, проект достаточно качественный. Вот, и поэтому советую присмотреться к этому проекту, потому что не зря ставят так много баллов. Но рассмотрим более подробно, почему IMMWare SE. Ну, во-первых, это будут децентрализованные автономные платежи, peer-to-peer смарт-контракты, то есть от человека к человеку, между компаниями и фрилансерами. То есть здесь не будет между ними третьего лица, который будет брать там себе деньги, а здесь напрямую рекламодатели, компании связываются с фрилансерами и дают им контракты и деньги. Третье, это нету контролера и третьего лица финансового. Ну, понятно, это я уже сказал, это децентрализация. Четвертое, это позволяет VR-креаторам, то есть VR-создателям контента, быть доступным для топ-брендов. То есть топ-бренды смогут напрямую видеть креаторов и сами закупать у них рекламу. Обычно в этих ситуациях есть связь, всегда есть агенты и так далее. И топ-бренды напрямую не обращаются, то именно здесь из-за децентрализованности топ-бренды, конечно, напрямую обращаются к креаторам, к создателям контента, и, соответственно, нету никакого Васи, кто забирает лишние деньги. Уже есть application на iOS, Android и Web, и эти токены будут как реварды, то есть как вознаграждение для креаторов и viewers, то есть те люди, кто смотрит за этим контентом, тоже будут получать токены, не только создатели. Но, понятное дело, здесь большой будет коэффициент, для создателей будет, конечно, больше. И этот токен уже создан, и его можно, соответственно, посмотреть на Etherscan. Здесь вот можно нажать Etherscan, токен IMMWare SE, 300 миллионов этих токенов, и уже, соответственно, есть. Пока что еще, понятное дело, отсылов этого токена не было, все пока лежит на кошельке. Но в будущем, когда пройдет ICO-период, токены будут разосланы и все их получат. Но смысл такой, что токен не только на бумаге, да, он уже произведен и ждет только уже отсылания. Также этот проект залистен на ICO Alert, CoinGecko, ICO Watchlist, CoinSchedule, CryptoCompare и FoundICO. То есть на топовых ресурсах этот проект можно найти. То есть реально много. Ну и стоит отметить, что 13 человек в команде, 415 работали дней, то есть больше года. И всего будет 300 миллионов токенов. Но более подробно уже о токенах разделе ICO. Зайдем в этот раздел и посмотрим же,
что здесь есть. Итак, private sale через 7 дней, 1 час. И, соответственно, здесь можно войти в whitelist. И уже 2 миллиона 800 тысяч долларов собрано. То есть уже есть собранные деньги. И в private sale могут участвовать только те, кто хочет отослать хотя бы от 10 эфира. Поэтому не каждый инвестор сможет private sale, и придется, возможно, подождать и участвовать уже в crowd sale, то есть в публичном. Всего токенов, соответственно, 300 миллионов. Один AMV будет равен 20 центов. Хотят собрать 20 миллионов долларов. То есть, в принципе, в 10 раз больше, чем сейчас. Сейчас 2800. Вот, и здесь есть цена эфира. Соответственно, она будет всегда изменяться. Итак, распределение токенов. Токены, соответственно, будут распределены 33%, то есть 100 миллионов токенов от общего количества токенов. То есть всего токенов будет 300 миллионов, и из них 100 миллионов будет распределено. И из этих 100 миллионов токенов 52%, 52,7% будут как резерв для капитала, чтобы развивать, соответственно, в виртуальной реальности эту платформу. 33% уйдет всем инвесторам, 4% на Bounty Rewards и 10% в команде Advisor. То есть вот такой вот процент. Не супер большой, и потенциально здесь еще 200 миллионов заморожено, которые будут использованы для блага будущего, но в принципе у топовых проектов такое часто. Здесь еще зависит все от технологий, от расходов, поэтому это тоже надо понимать. Ну и 60% токенов общих будет продано на ICO, 20% на private funding и на pre-ICO 20%. Ну вот сейчас вот private от 10 эфира. Здесь будет продано 20%, соответственно, после этого будет pre-ICO и потом ICO. И здесь можно apply for crowd sale нажать. И, соответственно, нажать start, заполнить свое имя, заполнить свою фамилию, нажать регистр. В общем, пройти регистрацию и, соответственно, войти в waitlist. Вот, теперь рассмотрим white paper. White paper, соответственно, есть на китайском и на английском. Пока больше языков нету. Вот, и здесь 41 страница. Я советую для тех, кто реально хочет участвовать в проекте, почитать. Здесь есть вся информация о виртуальной реальности, о бизнесе виртуальной реальности, сколько будет прогноз рынка, какие сейчас проблемы, какие решения проблемы, бизнес-идея этого AMMVRS токена, здесь и будет deapplication и, соответственно, дополнительные вещи. Вот, дальше здесь же рассматривается все о токене, все о как будет распределяться для Viewers Awards, для Monthly Creator Awards и так далее. То есть здесь будет распределение токенов, как они будут использоваться на платформе. Вот. И здесь также, в принципе, все рассказывается, что потенциально будет AMMVRS Академия и так далее. Ну и информация по токену ICO тоже здесь присутствует. Если пролистать в самый низ, вот с 39 страницы, здесь вот эта информация. В любом случае, я советую прочитать white paper. Там очень много нужной информации. Единственный момент, что она пока что только на английском и китайских языках. Также я советую вам посмотреть команду. В команде, как я и говорил, там написано 13 человек. И они базируются в Великобритании, уже в фирме, в одном месте. То есть это реально компания. Вот. И именно эти люди, соответственно, занимаются AMMVRSE компанией. Вот, также здесь есть адвайзеры. В общем, в любом случае, всех их я советую рассмотреть. Если у вас есть какие-то вопросы к проекту, вы можете прям в LinkedIn им писать. Кроме этого, кстати, есть раздел «Контакты». В «Контактах» тоже вы можете написать. Здесь есть офис в Великобритании, также здесь есть форма. Вот, кроме этого, снизу есть телефон, есть email, есть Facebook, Twitter, Medium, Instagram, Telegram, Bitcoin Talk, GitHub и еще Etherscan. Но в любом случае я советую писать прямо в Telegram, потому что обычно там есть администраторы, и они вам ответят. То есть, чтобы недолго ждать, например, на email, то либо звоните, либо пишите прямо в Telegram, и всегда кто-то ответит. Вот, на этом
Обзор этого проекта я заканчиваю. Все ссылочки будут под видео. С вами был InvestWarrior. Инвестируйте и зарабатывайте.